Владимир Крутоуст, даже воспитанник магаданского, советского, российского бокса, мастер спорта международного класса, член сборной России, чуть-чуть не успел Советского Союза, чуть попозже, да? Да. Это ты с кем вместе боксировался? Малетин? Нет, Малетин позже. Малетин. А, все вместе. Да, да. Лебедев. Самый старший был у нас. Лебедев. Лебедев, Малетин, Макаренко, да, Меткин, да, да, да. Гоголев, да. Гайдарбеков, Казаков, Балакшин. Вот всех можно, забыл, ребят, смотреть именно в любителях. Кого-то назвал Владимир. Малетин, да. Гайдарбеков. Кого не забыл, да. Чтобы все не международники, заслуженные мастера спорта, чемпионы мира, Олимпийских игр, призеры. Чтобы никто не обиделся, а только мы забудем. Да. Там, да. Там по списку можно. Это, да, основной, да, год какой это сборной? 74-й. Нет, ты рождение говоришь, а сборная это была 80-й. 2000-й, 2004-й. 2004-й, вот золотой. Это, да, вот это олимпийский, да, цикл хороший. Цикл 2004-й, Олимпийские игры, Европу по несколько раз, да, выигрывали. Да, да, очень сильная сборная была, очень. Такой на пике был бокс, да, прям мужской. А потом пришли женские времена. А там ворвались мы. Да, а там уже ворвались, Алексей Львович. Зашел уже. Не, ну я-то тоже, ты же не женского бокса ноги росли, а? Также в Магадане, тоже мальчишки, мастера, да, спорта. Да, да. А потом, как, знаете, шутка есть, как говорится, женский бокс, говорит, это зло, да? Ну это шутка, ребята, девчонки, это говорит, раз это зло существует, надо его возглавить. Да. Шутим, конечно. Да. Ну кто-то должен заниматься. Не, ну там стояли мощные люди, мы так... Ну, Москву подхватывали, еще ну, что-то. Ну, много чего делали. Работали. Да? Работали. В общем, бокс жил, живет и будет жить. На кого? На тех, кто любит бокс, на энтузиаста. Как он возродился, начиная с Градополова, на этих, да, самоучках и энтузиастах. Да. Так он и будет держаться. А коммерция, она не вечна. Да. Но в данном случае, да, не мешает. Не мешает, помогает. Так что занимаемся боксом. Да. Боксом заниматься никогда не поздно. Молодец, что зашел.